Итак, продолжим рассматривать джеб-кросс в данном случае, когда мы начинаем. Мы в атаке. Первое, самое простое. Джеб-кросс. Вошли. Второй вариант. Противник делает шаг на нас. Стоп-кросс. Если противник замахивается, готовит удар правой рукой. Джеб в плечо. Кросс. Мы пытаемся входить со... И делаем это со смещением. Джеб. Кросс. Другой вариант. Джеб. Кросс. Либо же мы сразу начинаем смещаться. Джеб. Кросс. Джеб. Кросс. Начинаем со скрытого шага. Джеб. Кросс. Работа по уровню. Джеб в голову, кросс в голову. Либо наоборот. Джеб, кросс. Либо как третий вариант. Джеб, кросс. Если противник закрылся в глухую защиту, чаще всего здесь перекрыта подушка, но здесь будет открыта. Поэтому мы выполняем не таким блоком, делаем спир джеб и входим между рук. Спир джеб, кросс. Опять же, если оппонент перекрыт, здесь 4 варианта подхода к этому вопросу. Кидаем джеб, сдвигая руку снаружи, снутри. И, соответственно, самый простой и эффективный прием, особенно если это на улице, боксеры привыкают ключа держать здесь. Просто наносим двойку по рукам, и противник своими же кулаками бьет сам себя.